может, можно сделать это. Величко Евгений Владимирович, заведующий противоэпизоотического отдела Перевальской районной государственной ветеринарной службы. Ситуация какая? То есть, в связи с тем, что все-таки несбалансированный рацион, что четкого рациона нет, это животное находится в неволе. Вот, и для таких животных обязательно формируется, ну, расписывается или составляется рацион, в который будут и микроэлементы входить, и витаминная группа. Ну, вот, ну, у этих животных этого нет. Вот, поэтому это сейчас это или в корме добавлять те же самые микроэлементы, витамины. Вот, то есть или кормом, это если быстро поставить, да, это колоть витамины. Есть, по тяжести какое состояние уже? Ну, вот у оленей, у козлов, что у кос... Вот это вот за вот эти вот на заднице, вот эти пятнышки. По тяжести, в принципе, это исправимо. Если заняться, это даже можно пока без инъекционного, ну, втручания, скажем так. Это самое, все это можно исправить, если сейчас эти премиксы подавать буквально ежедневно в рацион, то, что они дают там ячмень, пшеницу, да, в этот рацион просто подмешивать. Они не получают ни ячмень, ни пшеницу. Как она лежала, вот когда я приходила недели три назад, вот так оно на этом месте и лежит. Они ничего не трогают. Вот это вот то, что мы принесли, насыпали, то и будет. С этим тяжелее. То есть, да, можно эти даже добавки взять. Ну, то надо как-то приходить, если вы активисты, да, приходите, контролируйте. То есть там буквально столовая ложка, это суточная доза, это на каждый вид животного. Это, в принципе, если взять с учетом, что эта пачка стоит где-то, ну, килограмм, около двадцатки, а столовая ложка это грамм 15, то, в принципе, вам этой пачки на полмесяца хватит, да, на двадцатку стоит. То есть пару пачек, это, ну, три, с головой, чтобы как бы вывести из животного. То есть облегчить им, ну, пережить эти условия, эту зиму, как бы войти в фазу. Единственное, что могло быть, если она на задние ноги падала, это болезнь области брюшины, то есть это могло быть или что-то скушало, что или в туалет не могла сходить, да, то есть прошел период, или по кишечнику каловые массы прошли. То есть за день, если вот именно то, что кальций за день, оно восстановиться не может. Ну конечно, естественно. Это, ну, она неделю была такая. Неделю может, была чуть больше. Даже, наверное, чуть больше. Почему мы и нервничали? Я понял. А еще с подъемках показалось, что и лапа у нее. Не, отеков нет, буроситов нет. Ну, в принципе, по состоянию, ну, опять-таки скажу, что четкого опыта у меня же железного с дикой фауны нет. То есть у меня ориентация идет на крупный рогатый скот, да, поэтому как бы. Да, совершенно верно. И поэтому ту картинку, что я здесь вижу, как бы, вот, да, здесь нехватка витаминов, микроэлементов, все это восполнимо, все это поправимо. Ну, этим надо заниматься. Заниматься в течение месяца. Сейчас.